Grüße. Видеть вас сегодня вечером, потому что сегодня 13 апреля, я бы сказал, первый весенний день в Москве. Очень хороший день, мне даже неудобно говорить об этом, потому что здесь сидят люди с Израиля, из Кипра, там-то, вот, а у нас только первый день в Москве такой, солнечный, поэтому это мы посвятим наше сегодняшнее праздничное выступление. А мы, это дуэт «Белый острог», Артем Якушенко будет играть на скрипке. Ты хочешь сказать, как делать? Хотел сказать, что Юрий Матвеев будет играть на гитаре. А что сразу не сказал, сомневался? Нет, я паузу выдержал. И первая композиция, которую мы хотим вам сыграть сегодня, называется «Новая русская». Thank you.
Следующая композиция – это композиция посвящения. У нас практически все композиции наши – это какое-то посвящение чему-то. И вот это, которое мы собираемся вам сыграть, это посвящение нашей первой гастрольной поездки в Париж. И называется эта композиция «Романтический импрессионизм». Thank you.
Следующую композицию мы назвали «Телефон», потому что это тоже посвящение телефону, на который один раз была записана наша репетиция в гримерке, когда мы открывали хэви-метал-группу, родоначальников хэви-метал-группы из Германии «Accept» на Ледовой арене в Питере. Наш друг записал на телефон нашу репетицию, мы шутя объясняли ему, что такое «Салса». Или, как сейчас говорят, сальса. Мне сальса больше нравится, чем сальса, на самом деле. Ну, мы потом встретились с ним через год, через два, не знаю. Он нам проиграл эту мелодию, он сохранил на телефоне. Нам она как-то понравилась, мы сделали композицию. И у него телефон украли, и в память этого телефона посвящена композиция «Телефон». Есть еще одно посвящение, хотя эту мелодию мы написали для спектакля Финляндии по старинным скандинавским легендам, но эта мелодия также наше посвящение
творчеству выдающегося, может быть, первого дуэта гитары и скрипки в современной музыке, этого творчеству бельгийского гитариста Джанго Рейнхарда и скрипача Стефано Граффелли. Называется эта композиция «Два короля».
Следующую композицию мы назвали «Пешка». И это саундтрек, мелодия саундтрек к фильму, который, по-моему, должен был так и называться «Пешка». Пешка? Ты у меня спрашиваешь? Пешка. Он так должен был называться. Пешка. У вас, кстати, нормально там все, хорошо? Да.
Звучит нормально, нас слышно? Видно? Просто мы сегодня экспериментируем. Те, кто нас раньше видел, может быть, обратили внимание, что мы раньше стояли, я стоял с той стороны, Артем с этой. Потом буквально вот вчера нам пришла мысль, что в симфоническом оркестре скрипки с той стороны, да, а басы с этой стороны. Мы решили попробовать, и вот мы уже сегодня играли, и вот сейчас второй раз играем, и я все время его теряю, потому что я привык, что глаза он здесь стоит. И вот, я вот где не открою, везде Юра. Как не повернусь. Сегодня такое экспериментальное. Настораживает. Аккуратнее. Юра, аккуратнее надо. Какая следующая песня? Не скажу. Следующая песня посвящена... Акробатике? Да. Цирку нашему на Цветном бульваре, потому что мы для него ее и писали. Композиция называется «На акробатике». Thank you.
Следующая композиция тоже посвящение мандолине, потому что Артем Якушенко, скрипач, любит играть на мандолине. И у него есть мандолина, но самая первая мандолина он купил в Иркутске на улице Карла Маркса. Я даже помню, что она стоила 23 рубля. И такая симпатичная, сломалась быстро. Но вот ту мелодию мы запомнили, которую он наигрывал. И мы ее посвятили памяти этой мандолины, так и называется она, мандолинка. Thank you.
знаете, сейчас мы хотим сыграть вам композицию, которую мы давно не играли. Она была написана в таком экзотическом месте на острове Оланд, который находится между территорией Финляндии и Швеции, потому что это территория Финляндии, но все говорят по-шведски там. И именно на этом острове 300 с чем-то лет назад встречался Петр I и Карл XII, у них там была, оказывается, своя тусня. Вот, и там на этом острове есть свои гиперборейские старинные лабиринты. И нам сказали, вот если вы пройдете в полнолуние полночь в лабиринт, то вы будете счастливы. Конечно же, мы в первое полнолуние, в первую же полночь прошли весь этот лабиринт и с тех пор счастливы. Как никогда. За счастье. Эта композиция называется «Танцы богомолов». Следующую композицию мы назвали «Печальное сердце».
Следующая композиция называется «Да-ба-да-ба-да». Да? Да. «Да-ба-да-ба-да». Сейчас, подожди, не знаю. Нашел. Thank you.
говорится, что на нашем американском диске записан величайший музыкант, 14-кратный обладатель Грэмми Майкл Брекер. Он играл с нами в двух композициях, и мы были хорошо с ним знакомы, мы были у него дома, записывали эти композиции, сейчас его нет с нами, и мы хотим сыграть одну композицию, которую он с нами записал, называется «На океанский бриз». Знаете, один раз угостили коктейлем. Ну, нас часто угощают, но вот один раз безалкогольным угостили коктейлем. Ну, как говорится, один раз не шоу-бизнес. Еще. И поэтому у нас есть композиция, посвященная этому коктейлю, которая называется. Как назывался этот коктейль, также называется она «Мокка-кокка». Или «Один раз». Коктейль «Один раз».
Следующую композицию вам особенно приятно играть, потому что эта композиция была одна из наших побед, наверное, самых крупных побед в прошлом году, потому что она заняла первое место на одном из самых крупных конкурсов мировых по композиции, потому что только финалистов было более 16 тысяч из 112 стран, и она заняла первое место в номинации «Инструментальная музыка». Ну, кроме этого, мы в прошлом году стали, я не устану повторять, лучшей группой штата Орегон, лучшей независимой группой штата Орегон, они даже выдвинули нас от штата на национальный конкурс. И потом у нас клип наш, где мы играли в Кремле, завоевал первое место. И недавно нам пришло письмо, что нам еще пришли призы за какое-то первое место. Даже не знаем, где и как. Но, тем не менее, мы хотим сказать... Даже и не знаем, за какое место. За какое место нам приз дали. Нам сообщили, что призы есть. Но за первое, чувствую. За первое место. За другие жалеют. Только за первое. Ну ты рад? Я в растерянности просто. Ну, композицию играем, короче, которая победила. Называется она «Шесть восьмых». У нас даже диск вышел, который называется «Шесть восьмых». Кстати, у нас есть другие диски. Здесь нет «Шесть восьмых», но вы можете оставить память о сегодняшнем вечере и купить сразу коробку. Ну а чем мелочиться? Шесть восьмых за первое место. Причем это был мой текст. Сценарий переписан. Thank you.
меня займет некоторое время делать эту штучку, которая называется каподастер. Причем в разновидности каподастер называется паук. А, неправильно говорите. Паук, который занимает некоторое время. Но мы хотим сыграть композицию, которая называется «Дождь». Потому что когда мы ее сочиняли в Нью-Йорке еще, и первые разы записывали ее, все время начинал идти дождь. Ну как там паук? Установился. Я напоминаю, что на скрипке играет Артем Якушенко. Спасибо. А я Юрий напоминаю, что на гитаре играет Юрий Матвеев. Thank you.
вышли в финал конкурса на лучшую независимую группу в штате Орегон. И мы играли среди 5 других групп финалистов. И мы думали, что же нам все-таки сыграть, потому что там большие команды, кто-то рэп читает, кто-то там шоу большое привез, там девчонки танцуют, какие-то тени на экране, свет, дым, и нас двое. И мы решили, что одну из песен, которую мы сыграем, это будет песня под названием «Дружба народов». И даже потому, что у них в английском нет такого понятия, как народы, только в нашем языке есть. Вот народы — это значит вот. Поэтому мы решили показать им, что такое народы, и показали. И поэтому сейчас с вами сыграем эту композицию, которая называется «Дружба народов». Следующая композиция называется «За-зу-за».
Договорились. Наш праздничный концерт потихоньку уже подходит к концу, и мы... Кстати, уже закончился, да? Если вы не в курсе. Ну, мы сыграем еще одно посвящение. Вдруг не услышали там или еще что-нибудь. Съезда нет, мы еще не посвятили этому событию. Мы еще не съехали. Съезду. Недостаточно съехали. Мы готовимся. Мы посвятили музыке величайшего американского гитариста Джимми Хендрикса эту композицию, на родине которого мы недавно были в Сиэтле. Называется эта композиция «Мистер Джимми». Thank you.
гитара. Артемий Гушенко. Гитара. Белая страна. Thank you.
Как ни крути, да, все равно. Спасибо. Юрий Матвеевич, гитара. А, Сергей Лукашенко. Для тех, кто не знал, что в заключении прозвучала основная тема из кинофильма «Некст 2», для которого мы писали музыку. Мне кажется, они, для кого мы написали, они тоже не в курсе, кстати. В курсе, но не совсем. Спасибо за прекрасный вечер. У нас еще есть пластинки, волшебные коробочки. Можете оставить память об этом вечере. Понял, не очень я торгую, но тем не менее, всех с праздником. Какой праздник? Ну, солнце, память оставляю. Солнце. Кстати, день космонавтики. Когда? Между прочим. Вчера? Вчера. Тем более? В честь дня космонавтики. За день космонавтики. А у меня уже нету. Спасибо.